Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Детол, и мы продолжаем играть в Last Day. Всем привет, дорогие друзья! Наше выживание продолжается, и наш верный друг пес ждет, когда мы выполним все задания старика. Ну что ж, давайте поможем одинокому старцу, ребята, поехали! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Итак, как вы помните, у нас есть новая локация, в которую мы хотим сейчас отправиться. И нам нужно рыбка и фонарики все зажечь, да? Да, давай посмотрим, что у нас здесь есть. Нам нужно 6 фонариков разместить и 6 рыбных блюд на пару. У нас есть 2 рыбных блюда на пару и фонариков, я уж точно не помню, 1, 2... Точно мы 3 разместили, еще 3 штучки нам нужно. Да, для этого нам нужно идти в особенную локацию, как вы помните, в которую мы сейчас и отправимся. Давайте посмотрим, ребята, что там будет у нас интересного и есть ли у нас локация. Да, а то может ее вообще уже нету, кстати говоря. А я не помню, локация у нас вообще где она существует-то? Где у нас существует локация? Да ладно, нет локации. А как нет локации? Подожди, а в радио нельзя прием локации сделать? Может как быть. Как мы координаты делали? Давай домой отправимся. Давай домой, ребята. Что-то мы немножко заблутали. И, честно, а что с локацией? Неужели она все пропала? Смотрите, 17 часов у нас остался этот домик, в принципе, держаться. Ну да, это хорошо. Значит, мы еще можем выполнить задание и помочь одинокому старцу, ребята. А очень бы хотелось ему помочь. Так, орда зомби тут нам развалила опять дом. Что ж они такие... Кстати говоря, ванну мы так и не собрали. И давайте посмотрим, что у нас тут по радио есть. Я вот не помню, как мы прошлую локацию выбирали, да? Так, радио. У нас, смотри, это кто у нас? Рейдеры. Рейдеры. Это у нас обычный бункер Альфа. Ну и все. И локации у нас нету, да? Да, к сожалению. Слушай, а песик нам не показывает локацию? Нет. Нет? Как же так? Вот так вот, ребята, нас скинули на локацию. Слушай, а может быть мы можем спокойно найти это все... В других, в обычных, ну, конечно, лесах. Давайте, конечно, попробуем, ребята, отправимся в обычные леса в поисках рыбки и фонариков. Да, ребята, вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться этим видео со своими друзьями. Так, точно у нас нету? Давай посмотрим, она где-то здесь должна быть, да? Да. Ну давай вот отправимся вот в этот лес. Давай в обычный, да? В такой, ну типа средненький. Давай, да? В средненький пойдем, у нас все в принципе есть. Побежим, поедем, посмотрим, что там интересного у нас. Кстати говоря, мы без байка, но ладно. Мы почему без байка? Мы через байк поехали? Не, мы без байка. Да почему без байка? Так, ну что ж, заходим в локацию, и мы подъезжаем на чем? На чопере, ребята! Да, опа, на чопере. Видишь, как хорошо. Так, ну что ж, запас у нас еще есть. Давай найдем здесь сундуки, волки, как обычно, зомбаки. А где сундучок-то у нас? Где-то тут должен быть уже. Да, должен быть. Так, серый волк. Ой, ты какой-то медленный зомбак был, да? Да, очень медлительный зомбак. Слушай, у зомбаков же у нас нет. А вот, смотри, кстати говоря, сундук уже сразу здесь у нас. Первый сундучочек, который мы должны залутать. Ай-яй-яй, смотри, навоняли нам, а? Ах, какие ты гады. Вонючки какие, а? Ну-ка, давай залутаем, посмотрим, есть ли у нас здесь причиндалы, которые нам нужны. Рыбные блюда-то, а? Вот, пожалуйста. Отлично, рыбка есть. Рыбка есть, так что и фонарики можем найти. Не все так плохо. Здоровый толстяк, здоровяк. Кстати говоря, мы воняли, они к нам не прибежали. Да. Так, а у здоровяка, может, фонарики где валяются, нет? Где он у себя их носит? Я не знаю, может, носит где-то. Я тут знаю, что он там делает вообще. Может, он фонариколюб. О, индюшка есть. Индюшка, у нас, кстати говоря, есть немножечко индюшки дома. Бежит, бежит, бежит вонючка. Бежит вонючки, не дает открыть сундук, ребята. Как же так? Ну-ка, открываем сундук. И что у нас? О, еще рыбка, отлично. Еще рыбка. У нас уже 4 рыбки есть, а нам нужно 6, и это хорошо, ребята. Да, вот одно с фонариками задание. Единственное, у нас будут проблемы, да? Ну, с фонариками, да, где-то их придется искать. Но я думаю, где-то они должны быть, фонарики-то. Лутаем пока что зомбачков, может, у них что-то интересное завалилось. О, смотри, какой толстяк там стоит, нехилый. Толстяк огромный, ребята, оружие сломалось, добьем руками его. Ах, на тебе по пузу прямо, а. Задубинили его руками. И давай посмотрим, что... Давай лучше оружие выберем на всякий случай. Да, оружие надо взять. Смотри, у нас, кстати, оружия мало. Да, и нужно калашик брать. Да, калашик берем определенно. И давай залутаем вот этот сундук и не будем тратить оружие, потому что нам еще в другой лес надо ехать. Итак. И нет у нас здесь рыбных блюд. Вот это а винтики и шпунтики только здесь валяются. Да. Так, мне кажется, 3 ящика это уже достаточно, так что можно идти
в следующую локацию. Может быть, в Красный лес зайдем? Ну, давай сходим в Красный. Ну, давайте, ребята, есть у нас запасов? А вот оно, событие как раз. Ура, ребята! Мы прямо сейчас туда и отправимся, и это знаменательное событие. Мы точно здесь соберем и рыбки, и фонариков, и все-все-все-все-все. Да, и, скорее всего, выполним задание нашего старца, поможем ему и узнаем, что же он для нас приготовил. Да, что будет за награда вообще, ребята, это же очень интересно. Так, вот она локация, сразу сундучок у нас здесь. Сразу нам сумка, а, как хорошо. Шикарные там фонарики должны быть, ребят, фонарики в этой фейерверкной локации, а нет, только факела. Да, ну все правильно, здесь сначала факелы идут, и дальше можно будет, чтобы, помнишь, фейерверки да, поджигать. Да, фейерверки поджигать именно нужно, да. Когда толпа зомби можем, будет. Можем, кстати говоря, поджечь. А, ну, это вот какая-то странная затея, нужно бить. Ну, давай вот так вот. Ну, только нужно было зомбачков сначала заманить. Нужно было заманить, да, ребят, не очень правильно мы здесь сделали. Давай еще найдем одну. Вот они у нас фейерверки, да? Ну, ты замани этих зомбаков. Давай заманим зомбаков. Бегите сюда, зомбаки, поджигаем фейерверк. Ай-яй-яй, не подожди. Что-то, мне кажется, они не побежали. Ты не заметил, что они ну, не вот бегут? Ну, вот один бежит, и одного завалили. Так, бери оружие и разноси их в клочья, короче. Да, ребятки, давайте так и поступим, потому что что-то с фейерверками у нас не заладилось. А они все охраняют наш сундук с фейерверками. Смотри. Да, вот теперь они все побежали, как только мы разнесли эти фейерверки. Ну и что? Зато мы их всех очень неплохо так завалили, у них одна веревка, они неинтересно. Так, лутаем сундучочек. Китайский, ребята, сундучок с пряностями. Вот они, фонарики. А и рыбка здесь, и все, и все рыбка, как кстати надо. Говоря, и водичка, то, что нужно. И бинты можно. О, смотри, о, смотри сразу на горшок захотелось. И сразу на китайский сундук помочились. И интересно, а если бы на костер мы помочились, он бы потух? О, я думаю, вряд ли такое разработчики придумали. А что там? Очень нужен душ? Ну, конечно, мы воняем, ну, как... Слушай, ну без душа можно прожить. Это же еда и вода. Воняют. Согласен. Вот зомбаки, знаешь, как воняют? И живут же. Да они вообще, им хорошо, мне кажется. Конечно, хорошо воняют, и радуются. Так, ребята, и у нас еще один сундучок, и будем надеяться, что там есть два фонарика. Один фонарик. Один фонарик, и рыбку мы уже собрали, ребята, и это очень круто. Да, нам остался один фонарик, если я не ошибаюсь, здесь еще должен быть один сундучочек, да? Так куда он стреляет-то? Все, куда-то в пустоту, куда вот да. он стрелял? Так, отлично, здесь ничего у нас нету, и давай-ка уже сундук освободим от рабства этих зомбаков. Отлично, отлично, давай-ка, опа, я стоп. Уже думал, представляешь, веревка одна в сундуке, это ж было бы очень, очень жаль, что так произошло. Было бы обидно. Было бы обидно, и фонарик мы собираем, ребята, отлично, и собираем еще одно блюдо, и вот это вот замечательное, я даже не знаю, зачем они нам нужны, золотые слитки праздничные, и покушаем, вот тут подкрепимся, и попьем водички даже. И это очень хорошо, попили водички, попили. Ну что ж, мы можем отправляться к старцу и, конечно же... Порадовать его, порадовать, ребята. Да, выполним задание наконец-то. Давайте порадуем нашего старчи и уже выполним эти китайские новогодние задания. А зачем мы сюда идем? Да к этому, к чопперу. Зачем? Не знаю, сесть вот так, поехать. Хотя можно было просто выйти за пределы локации и спокойно ехать. Но мы хотели вот именно так поступить. Ребята, бежим в локацию к старцу. Все фонарики у нас есть. Сейчас зажжем его. Новый год. Слушай, как удачно, да, осталось 17 часов, и в принципе мы, так сказать... Ну да, успели? Да. Успели, ребята, воинский комплект. Ничего себе, что за комплект такой, ты видел? Это, возможно, можно будет получить у старца за выполнение задания. Да ладно, а вонючему нам он даст комплект? Я не знаю. Так, вешаем ему фонарики, ребята. Да. Так, два и опа! Отлично, я надеюсь, задание это... выполнено. Так, применить. Да, выполнено, ребята, и 6 рыбных блюд на пару нам осталось. И на стол накрыть. Вот он стол, вот они блюда. И ура! Ура, ребята, выполнено! Давай-ка к старцу. Так, и к старцу подходим, и он говорит, что все хорошо, и мы завершаем. Давай, завершаем. И что сундук. Же? Что же нас ждет в сундуке старца, ребята? И... Тапки. О, ты посмотри, какая катана! Гуандао, Гуандао, ребята! Очень круто! И тапки какие-то а еще. А что за тапки? Усиленные ботинки? Прикольно. А давай что, забираем. Наденем? Давай надень. Мне кажется, это из доспехов вот этих вот. Шикарно, ребята, и алюминька здесь есть тоже. Давай заберем. И алюминьку заберем. А пса нам подарит? А пса? Мы хотели пса. А слушай, а где-то здесь еще есть сундук какой-нибудь? Нет? А давай посмотрим, можно ли еще у старика выполнить задание?
Еще задание? Ну да. Нет, все, нужна работа. Приходи завтра в это же время. А-а-а. А, ну можно тоже наверняка опять же открыть, да? Сундук еще один, принести фонариков ему. И так можно было делать целую неделю. Да, ребяточки, можно было выполнять задание в течение новогоднего вот этого обновления. Но мы, к сожалению, выполнили только одно. Слушай, ну скорость бега хорошая, 42. Сорики не прикольные. Прикольные новогодние топули нам дали, ребята, и это очень хорошо. Да, ребята, ну что же, вот так вот мы сегодня выполнили задание. Вам огромное спасибо за просмотр. Вам осталось поставить лайк, подписаться на канал тем, кто еще не подписан. И ждите новые видео на нашем канале. С вами была команда Детол. Всем спасибо. Пока. Пока.